Здравствуйте, дорогие мои. Вот сегодня я хочу провести эксперимент такой. Протестировать творог. Куб фермерский какой-то. Походу там в Ашане продается. Сейчас посмотрим, горит или нет. Я слышал, что в интернете сейчас много ходит баек. Что? Творог не настоящий. Сейчас мы его попробуем, кусочек этот поджечь. Сейчас подожжем его вот такой вот горелочкой. Как оно там работает? Сейчас мы... Ну, чего это не горишь-то? Так, чем-то запахло уже жареным каким-то. Ребят, ну вот уже сколько его жгу, что-то не горит нифига. Ну может сейчас загорится? Сейчас еще погреем чуть-чуть. Может реально он там... Ну видите, что-то не горит. Творог, видите? Нет, видно, я не тот купил. Не все так плохо, наверное, у нас еще пока, ребят. Не все так еще. Ну, ребят, ну если не горит творог, значит, у нас еще... Хотя я даже не знаю, должен гореть или нет. Или может все-таки он загорится как-нибудь? Нет, но это не бензин, ребят. Если бы горело бы, давно бы уже загорелось бы. Или может там влага еще? Может влагу надо всю из него убрать, тогда может он загорится. Да нет. Что-то не горит, ребят. Ну, в общем, я думаю, тест мы, наверное, прекратим, потому что смысла больше нет его сжечь, да? Вот. Шипит только. Вот такой вот у нас вот сегодня вот обзорчик. Видите? В уголек превратился, а не горит. Так что еще живем еще. Вот. У кого были, ребят, такие тесты, кто испытывал творог на... Пишите мне и скажите, где такой купить можно. Чтобы он горел у нас, творог этот. Или творог. Как правильно, так тоже напишите. Как правильно произносить? Творог или творог? Все, спасибо за внимание. До свидания.